«С Верой в спорт». Добрый день, это программа «С Верой в спорт», у микрофона Вера Власова. Итак, близится официальный международный праздник. 21 июня весь мир будет отмечать Международный день йоги. Здесь, в Кировской области, он отмечается уже много-много лет. И праздновать здесь, в Кирове, мы будем в ближайшую субботу. Правильно я говорю? Совершенно верно. Да, подтверждает мои слова Ольга Геннадьевна Пестова, мой сегодняшний гость, инструктор-методист Ассоциации йоги Кировской области. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Наша программа выходит днем, да, мы ее выпускаем в записи. Итак, первое, что, о чем мы думаем, когда говорим о йоге, это о неудобных позах, это вот о том, что нам инструктор говорит расслабьтесь, когда совершенно не хочется расслабляться, и все зажимы тела говорят об этом. Что же на самом деле представляет собой йога? Что это за культура такая? Да, вы совершенно правы. То есть для большинства людей все, что первый внешний аспект йоги выходит, это позы. Те, которые привлекают внимание, служат мотиватором, либо наоборот, кого-то отталкивают. Но если углубиться в саму суть йоги, для чего она конкретно предназначена, для этого существуют определенные первоисточники или трактаты йоги. И практикующие йогу знакомятся с этими трактатами, чтобы сверять свою жизнь с сутрами. И один из таких самых известных йогических трактатов, Йога-сутра Патанджали, он дает в первой главе, сутра вторая, вполне конкретное определение йоги. Но поскольку все сутры написаны на санскрите, это истинный язык или правдивый, то в современном мире имеется более чем 10 вариантов перевода йога-сутр и с комментариями. И наиболее вот такой приближенный перевод, на санскрите это звучит так, что такое йога? Это йога-шчита-вритти-ниродха. Переводится Еще понятно. Сдерживание изменений сознания. Сдерживание изменений сознания. Но те слова, что такое сдерживание, что такое изменение сознания, для простого человека они другой смысл да, имеют. Да, совершенно верно. И если мы это адаптируем для современного человека, то можно будет сказать таким образом формулировку йоги. Йога – это технология осознанного, целенаправленного развития способности контролировать работу мозга. То есть, по существу, все, что представляет из себя йога, это средства или лесенки, или ступени, которые ведут человека к тому, чтобы он мог добраться до своих мозговых структур, до разных, и контролировать их работу. Тогда, Ольга Геннадьевна, объясните, пожалуйста, при чем же здесь физика? То есть, когда человек заинтересован йогой, он приходит в ту или иную студию, которых сейчас, благо, в Кирове довольно много, есть из чего выбрать, и поближе к дому, и поближе к работе. И первое, что он замечает, это то, что люди как раз встают в какие-то позы интересные. Что это такое, как это связано с тем, о чем вы сейчас говорите, то есть с развитием сознания? Да, понятен вопрос. Первоначально, с чего всего легче начинать, это с работы с телом. Потому что мы себя позиционируем в первую очередь, что я есть тело. Угу. И это тот инструмент, который у нас есть. И с ним легче всего начать работать. То есть начинается практика или, что мы называем, йогическая гимнастика, что подразумевает позы, асаны. То есть то, что проще с чего начать. И поэтому этот аспект йоги или одна ступень йоги, асана, представлена наиболее широко, как и у нас в городе, и вообще в мире. То есть с этого начинается. Поэтому асаны – это определенные позы, которые помогают человеку выстроить свое физическое тело, наполнить его энергией и двигаться дальше. Они довольно-таки сложны, да, как я уже говорила, я и сама иногда тоже пытаюсь заниматься йогой и сталкиваюсь с определенными трудностями. Почему эти, как вообще они вырабатывались, кем они вырабатывались? Видимо, дело опять в этих сутрах, про которые вы говорили. Да, то есть это веками сложившаяся практика, сложившаяся традиция, и я так понимаю, что именно в этих асанах, в этих позах лучше всего достигнуть контакта с самим собой, со Вселенной, получается, так? Совершенно верно. То есть
само знание йоги, оно не принадлежит никому, ни Индии, ни Западу, ни какой-то другой стране. То есть это считается, все знания, они снизошли на Землю вместе с тем, когда это было творение. Единственное, что в разные эпохи развития человеческих цивилизаций акценты смещались, то есть с одного как бы аспекта на другой. И в данный момент человечество находится в стадии такого техногенного информационного бума, и поэтому сейчас йога начинает как бы отовсюду, со всех уголков, ну, скажем так, проявлять себя, и для разных людей она какие-то разные, ну, скажем, стороны его жизни затрагивает. И вот этот физический аспект йоги, он дает возможность в настоящее время человеку как-то успокоиться. То есть вот эти информационные потоки, которые сейчас настолько все это пронизывают, они настолько заполняют бытие человека, что к концу своего дня он просто не может отключить голову. Но как происходила вот эта передача знания? То есть по существу йога была всегда с момента вот творения. И просто претерпевая разные периоды развития Земли, как бы она находилась, ну, скажем, недоступна большему кругу населения, потому что разное было развитие, и человек мог как бы управлять миром, и все-таки это опасные были бы игрушки, ну, как спички в руках ребенка. Опасные игрушки, ты имеешь в виду именно практика йоги? Да. Потому что, а почему опасные? Ну, потому что человек начинает управлять собой, всеми своими энергиями, и если у него не будет какой-то этической нормы, базы, фундамента, то он может это использовать не во благо. Ну, и считается, что как бы наш Бог, Творец, в виде одной его из ипостасей божества Шивы, который является Богом форм, и снизпослала вот эти знания йоги, и заключая в себя 8 миллионов 400 форм жизни. Из них 84 позы или формы, асаны, являются такими, ну, основными. То есть почему привязано к формам жизни? Вот считается, что на Земле существует 8 миллионов 400 форм жизни. То есть это зверушки, это все, да? Да, все живые существа. И, значит, растения сюда же относятся. Верно. То есть растения, минералы, по практике, это живое существо. Совершенно очень верно. Мне нравится эта мысль. Вот, и, значит, каждая живая форма, она имеет какой-то уровень сознания. И каждая асана, она тоже привязана к тому, что подвергая тело или ставя тело в какую-то форму, вот эту информационную как бы модуляцию, да, то есть внешняя форма, она дает возможность сознанию опуститься на определенный уровень. И таким образом, когда мы практикуем разные асаны еще в каком-то определенном контексте, то есть увязываем какие-то комплексы, мы даем возможность сознанию погружаться из одной формы в другую, грубо говоря, расширяя спектр и в какой-то момент становясь и, допустим, растением, минералом, еще кем-то. И то есть наш ум начинает вот как бы вибрировать на разных частотах, и таким образом мы начинаем превращать себя в некое такое единство всего мира, и удерживая вот это все в себе. Но для практики достаточно как бы, ну вот минимум это 84 асаны, которые укладываются и увязываются в различные комплексы по мере задачи, что ставит практикующий. Ведь, конечно, человек сначала приходит в йогу, есть разные пути его приведения, но, как показывает вот практика нашей ассоциации, что человек приходит в первую очередь, когда у него появляются какие-то проблемы со здоровьем. Да, да, да. Ну, то есть йога на данный момент, я со стороны наблюдателя могу это заметить, что это как вид физической нагрузки равно физической разгрузке. Когда, как вы правильно сказали, огромный поток информации, люди, ну, как белки в колесе, постоянно движутся информацией повсюду и везде, и нужно расслабиться. Кто-то идет в спортзал, кто-то идет бегать на беговую дорожку на стадион, а кто-то идет на занятия йогой. Значит, это такой способ отдохнуть в том, и набраться какой-то дополнительной энергии, да, вот творящей, созидающей энергии. Вот, то есть, ну, как я вижу, что большинство приходит именно за этим, правильно? Да, приходят решать свои проблемы, и в конечном итоге все проблемы, они на человеке завязываются на его физическом и психическом здоровье. Это все связано. Это все взаимосвязано, поэтому вот
как бы, если мы йогу опустим до того аспекта, который наиболее важен вот в данном периоде времени и пространства, это все-таки такая комплексная система, которая способствует полному оздоровлению человека, то есть его физического здоровья и психического. Потому что вот когда человек, например, начинает активно в социуме проявлять себя, у него в какой-то момент разбалтывается тело, потом у него разбалтывается психика. Что значит разбалтывается? Ну, то есть он, скажем так, вот он пришел, например, на работу, да, ему нужно сосредоточиться на работе, да, угу. То есть целиком концентрироваться. Но у него, например, возникли какие-то дома проблемы, то есть какие-то свои жизненные неурядицы, может быть, там что-то прорвало, там, может быть, кто-то заболел. И он, находясь как бы телом вот в офисе, он частью какого-то своего сознания начинает находиться вот в том, что было недавно. И также в этих проблемах, да, и сложностях. То есть, как бы раздвоение его или размножение его сознания вот в разные аспекты. Он не собран. И в результате тело разбалтывается. И в конечном итоге психика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Угу. И способ – это как раз и физические упражнения, и активность, которые дает нам в том числе йога, да. Да, в совокупности. А есть ли какие-то возрастные ограничения для занятий йогой? В принципе, возрастных ограничений нет. Вот у нас представлены разные возрастные категории, начиная от зарождения жизни, то есть приходит девушка, которая, значит, решает стать мамой и, значит, период беременности занимается. Потом... То есть на периоде принятия решения, да, завести семью, ребеночка? Да, либо бывает так, что она еще по каким-то причинам у нее не получается, это у супружеской пары, и они прошли какие-то там, значит, инстанции, различные методы пробовали, и они потом приходят, и у них, значит, все благополучно складывается. То есть проблема была вот просто в этой несобранности организма. Да, Ольга Геннадьевна, давайте еще небольшое такое отступление сделаем. Это все очень здорово, что йога нам дает такой шанс позаботиться о своем теле, своей душе, своем духе, сознании, но все-таки будем оговаривать, да, что не всегда, не во всех случаях йога может помогать, и поэтому обязательно, дорогие слушатели, проконсультируйтесь с специалистами. Все-таки у нас на первых порах это медицина наша все решает. Вот. Ну, а йога – это как дополнительный стимул, дополнительная энергетика, которая может придать положительный заряд, положительный вектор всему тому, всем тем решениям, которые вы решили в жизни принять, в том числе оздоровление, да, организма. Угу. Да, и вот возвращаясь к противопоказаниям, чтобы определить, какие, значит, можно ли конкретно этому человеку, то есть есть абсолютное противопоказание, скажем, серьезные психические заболевания, это абсолютное противопоказание. Почему? Потому что в первую очередь мы, работая с телом, мы затрагиваем определенные структуры своего сознания. То есть это все равно идет в комплексе с работой мозговых структур. Если у человека психика на данный момент очень расхлябана, он находится на каких-то серьезных препаратах, то есть ему сначала показана медикаментозная терапия, и для таких людей, которые к нам приходят, у нас такие случаи были, мы конкретно говорим, что вам нужно пойти, значит, диспансер и принести справку от психиатра, что у вас нет противопоказаний. Потому что у нас такие случаи были, и мы знаем, к чему это приводит. И, к сожалению, люди, которые имеют неустойчивую психику, они, наоборот, тяготеют вот как бы к таким практикам, но они тяготеют именно в своей, скажем, психоэмоциональной составляющей. Тело их меньше интересует. Поэтому практика йоги, еще почему начинается с асан, потому что если тело не собрать, то есть оно разболтано, оно не готово, то его психика не выдержит. Поэтому, скажем, начинается всегда с грубого, то, что есть у нас. Нельзя как бы начинать практику с каких-то погружений в медитацию, с каких-то там, ну, подъемов энергии. Когда люди с этим обращаются, они просто не понимают, насколько это серьезные вещи. То есть невозможно нагружать одну голову, если тело не укреплено. И поэтому, конечно, в большинстве своем и актуальность йоги сейчас – это сначала работа с телом. Ну и какие еще противопоказания? Есть относительные противопоказания, то есть послеоперационные периоды. Есть, например, критические дни у женщин. Есть, например,
большое переутомление, период реабилитации после каких-то болезней. Но хотя в целом укрепление опорно-двигательного аппарата с этого вот больше начинается, то есть суставы, это как бы показано, но нагрузка, подход к этому должен быть индивидуальный. Поэтому у нас все наши инструктора, они обучаются в школе целителей, имеют достаточные медицинские знания, чтобы работать вот как с человеком по его проблемам. И есть группы йога-терапии и реабилитологии, где более щадящий режим, где имеются приспособления специальные, чтобы человеку, ну, как бы помочь решить его проблему. Вот. Конечно, йога не панацея от всего. И вот в том смысле, как она глобально представлена, для чего она существует, это, конечно, не для всех. Но актуальность нашего времени – йога для жизни, для того, чтобы человек мог выполнять свою функцию в обществе, то есть мог выполнять ту работу, то, для чего он предназначен, для этого ему нужна энергия. Потому что, приходя на работу, и социальная жизнь, она выжимает из человека его ресурс, как соковыжималка. И очень редко возмещает. Да, и поэтому человек, приходя на работу, у него включается симпатический отдел нервной системы, то есть активность, которая переходит уже то, что он гиперактивный, и он никак не может переключиться, а йога как раз работает на другом режиме или включает другие механизмы нервной системы, парасимпатический отдел, который, наоборот, направлен на гармонизацию, на включение процессов торможения. Они начинают преобладать над процессами возбуждения, то есть затрагивает и нейрогормональную регуляцию, и иммунные механизмы, то есть комплексно подходит. И поэтому, конечно, просто так вот прийти и начать заниматься можно, но нужно обязательно, выбрать для себя, для своих задач, для чего я хочу, подходящую школу, студию. И скажу о том, что какой бы я посоветовала ориентир, когда человек выбирает, куда бы мне пойти позаниматься йогической практикой. То есть, конечно, должна быть задача, для чего мне это нужно, и количество лет, проведенных в каких-то ашрамах или много сертификатов, дипломов, они не обязательно могут говорить о том, что это самое то. То есть тут должна быть личная практика того инструктора, то есть даже не количество лет, а что он сам делает, как он сам себя представляет, а не то, что он только говорит. Потому что говорить могут многие, а сам выполнять и этим жить, то есть насколько йога заполняет его бытие, все. Это может быть таким ориентиром, на мой взгляд, для выбора школы и преподавателя. Ольга Геннадьевна, очень важный вопрос вы затронули. Это то, откуда инструктор появился, да, в Дискерве? Откуда ваша команда сложилась? Где вы учились? Чему вы учились? Откуда у вас все эти знания появились? Расскажите, пожалуйста. Скорее всего, когда человек приходит в йогу, то есть он вспоминает прошлый какой-то опыт, то есть у него уже есть какая-то предрасположенность, то есть, возможно, у него склад мозга такой, психики, тела, он тяготеет к этому саморазвитию, то есть он начинает понимать, что, сейчас можно многого достигнуть в социальном плане очень быстро, не нужно для этого, как раньше, научиться выживать, и человек начинает понимать, что это у меня есть, и это мне уже не интересно, и есть что-то выше этого социального плана. И он начинает тяготеть к саморазвитию, он начинает больше заглядывать внутрь себя, задавать себе вопросы, искать ответы на них, кто я, зачем я живу, какой мой путь и так далее. И со мной было точно так же. То есть у меня начинали эти вопросы мироздания, волновать мое место в мире. Что я поел, попил, имею образование. А зачем это все сделано? Да, для чего? Какой в этом смысл? То есть могут декорации меняться, например, одна квартира на квартиру, машина на машину. И в конечном итоге это все мерцательное счастье. То есть хочется чего-то глобального. Мерцательное счастье, какой хороший термин. Да, то есть сейчас тебе это нравится, через какой-то момент тебе уже это не нравится. И когда я начала об этом задумываться, это было 20 лет назад,
1999 году, и в какой-то местной газете я увидела объявление «Йога», и там был телефон. Здесь, в Кирове? Да. Угу. Это была осень, я позвонила по этому телефону, мне мужской голос ответил. «Да, вот есть у нас такие группы, профилактории из кож, и не боитесь ли вы?» Я сказала, что «Нет, не боюсь, и я приду». А чего можно было бояться? Я не знаю, так сказал вот тот голос мужчина, который мне отвечал. Но, значит, так сложились обстоятельства, что я пришла только в феврале. Угу. Значит, снова позвонила, мне сказали время, место. Я пришла в профилакторию из кож. Я увидела очень много женщин, которые уже, вот, скажем, занимались не первый год. Ну, на тот момент это была такая оздоровительная группа с элементами йоги. Да, я помню, что, извините, перебиваю, даже какие-то советского периода журналы были. Да, самиздатовская литература. Да, да, и там прямо были асаны какие-то напечатанные. Я думаю, боже мой, зачем же это все нужно? Я еще ребенку надо было, это все листало, старые такие архивы. Да, в то время не было вообще никакой литературы, ну, не говоря о том, что интернета не было, даже в книжных магазинах нечего было купить. И, значит, поскольку мне это было очень любопытно, я начала прямо вот всех в коридоре спрашивать, что это такое, вы занимаетесь, как давно, и то есть, ну, прямо, скажем, у меня челюсти разжимались, мне хотелось вот как бы поглощать эту информацию. И оказалось, эти группы оздоровительные вел на то время такой замечательный человек, я его считаю своим первым учителем, Валерий Павлович Туликов. Он был журналист, и на то время он как бы вот оздоровительной группы, и контингент был более такой, ну скажем, за 35 и старше. И ну, для оздоровления, еще, понятно. Да, пенсионные группы. Вот, и, значит, я начала, пришла, значит, ничего как бы не понимая, села в первый ряд, мне было интересно каждое слово, я с открытым ртом все слышала, впитывала, мне хотелось это дома повторять, ну, то есть, как бы я попала вот в какое-то определенное время. И через некоторое время, то есть, я начала заниматься в феврале, в начале лета мне Валерий Павлович уже предложил, что было для меня таким удивлением и как бы радостью, я просто не знала, помогать ему вести группы, и выделил мне группу пенсионеров. Вот с этого началось как бы мое такое плавание, анестезия йоги, и с этого момента йога как бы вошла в мою жизнь, заполнила все мое бытие. Ну, как вести? Он мне поделился самиздатовской литературой, дал мне одну книжку, по тем временам тоже очень ценную, она до сих пор у меня, она как бы стала моим путеводителем. Вторую книжку я купила сама, третью книжку я нашла в одном магазине, который в то время занимался эзотерической литературой, располагался в спорткомплексе «Спартак». Сейчас там стройматериалы продаются, бассейн. Там был такой уголок, и там книжка называлась «Йога. Способ жизни на Земле». Как она попала в наш город, я не знаю, но все случайности не случайны. Ветрами, да, я попросила эту книжку, то есть мне человек, который продавал литературу, показал разные книги, и я сказала, вот там голубенькая, покажите мне ее, он мне показал, я, значит, ее купила, она стоила 80 рублей, эту книжку я принесла домой, значит, и начала читать. Там было очень много теоретических вопросов, разбирались, и оказалось, что у нас на то время существует институт, где учат на йогов. Угу. Я решила, что мне нужно туда. Угу. Значит, я стала уговаривать мужа, подготавливать его, чтобы он меня туда отпустил. И, значит, я осенью уже поехала в этот институт. Значит, приехала, конечно же, я не подразумевала, что такое институт. У меня были шаблонные представления обычных социальных институтов, в которых мы имели образование, как мы учились. Там совсем было... Лекции, практика, да, экзамены. Это было совсем по-другому. И, значит, поступив в этот институт, но тоже были требования, нужно было пройти психиатра, все это предоставить, документы. И с этого момента на 8 лет, обучение в институте длилось 8 лет, институт йога Гуру Арсантема, оно, скажем, настолько перевернуло наше сознание и представление, и вслед за мной поехал мой муж, то есть вот я начала практиковать, он ко мне дома подсоединялся, затем он сам пришел в группы, затем он также сам стал вести, поступил в институт, и у нас уже как бы формировался коллектив, и поскольку мы уже оба обучались,
и мы полностью отошли от социальной работы, и вот на эту стезю встали. Затем у нас вот это организовалось, то есть разные формы собственности, нужно было все это организовывать. И теперь это ассоциация йоги Кировской области. Мой муж Пестов Сергей Анатольевич является ее президентом. Угу. Нами подготовлено уже 11 инструкторов с дипломами, то есть они, мы приглашали преподавателя, кто-то обучался в институте, но только 2 года, чтобы получить вот диплом инструктора-методиста первого ранга, поскольку угу. чем дольше ты обучаешься, ты получаешь разные дипломы, и там еще идет углубление в целительство, и вот потом организовалась школа подготовки целителей, у нас уже было 2 выпуска, они 8 лет еще там учатся. Угу. Вот так вот у нас работает организация ассоциации. Да, замечательная история. На самом деле база прекрасная, очень основательная. Но исходя из вашего рассказа, я так понимаю, что именно йога, то есть именно то, что вы пришли первый раз увидели, именно йога поставила перед вами цели. Да, возвращаясь к вопросу о задачах, с которыми приходят люди в йогу, здесь, в Кирове, либо где-то еще, неважно. Да, какие задачи йога может решать? Значит, у йоги есть вполне конкретная задача. То есть, как я и вначале говорила, это взять под контроль мозговые структуры. То есть, чтобы управлять не только телом, но и своим мозгом. То есть, чтобы вот не было этой разболтанной психики и так далее. И все эти ступени йоги или все асаны, этические нормы, это фундамент йоги, они позволяют вот, решать как бы многие проблемы, ну, как бы все, что включает понятие человек и жизнь в обществе. Но есть много подпроблем, которые йога как приятный бонус сама собой решает. То есть вот человек начинает просто практиковать, и у него начинает естественно выстраиваться физическое тело. То есть оно начинает наполняться энергией, и ему энергия нужна, чтобы осуществлять свое бытие, то есть работать, создавать семью, ну, то есть жить жизнью обычного человека. В первую очередь это оздоровление, конечно, оздоровление. И, скажем, если у человека есть запущенные какие-то хронические заболевания, соматические, то это дает возможность сначала снизить их рецидивы, mm-hmm. то есть чтобы взять под контроль заболевание, то есть подключается к асанам терапии йоги, то есть какие-то шаткармы или очистительные процедуры, но это тоже нужно все индивидуально, потому что самодеятельность, конечно, скажем конечно. Так, это проверено, может быть губительно. Да, на собственном опыте. И, конечно, накладывается пласт вот этих этических норм яма-нияма, которые мы преподаем в нашей школе. То есть у нас есть теоретическая база, так как когда человек начинает выстраивать свое тело, он оздоравливается, но у него возникает куча вопросов. То есть у него и по работе какие-то вопросы, и по семейной жизни. Ну, то есть вот все бытие начинает вовлекаться вот в эту сферу. И, конечно же, она решает очень много вопросов. Это коммуникация с людьми, то есть умение выстраивать отношения, то есть умение, значит, правильно питание выстроить, умение отношения в семье выставить, воспитание детей. Ну, то есть, скажем, если так сказать общее, то все знания, которые есть в мире, они по существу находятся вот в системе йоги. Ну, то есть психология – это тоже оттуда, но только в йоге это более глобально, и надо уметь вот эти знания преломить под отдельно взятого человека, под его задачи. То есть ему не нужно так глубоко, ну, вот оттуда, например, ему нужно что-то взять. И вот это, как бы, скажем так, приводить свое бытие в более гармоничное состояние, которое интересует человека, в каком аспекте, йога в этом помогает. Это факт. Но это наверняка одна из важнейших, наверное, целей, до которой, ну, практически у многих такая цель стоит, да, учитывая всю сложность нашего мира современного. Про показания и противопоказания мы уже с вами проговорили. А скажите, на каком этапе физического состояния, будем так говорить, человека, лучше всего в йогу приходить? То есть нужен ли какой-то базис, там, заниматься спортом, там, что-нибудь, или вообще можно прямо на нулевом уровне прийти? Можно прийти на нулевом уровне, то есть без подготовки. Единственное, нужно, когда человек решил прийти, ему нужно поговорить с инструктором, сказать, что вот, например, значит, у меня есть такие-то проблемы, что я хочу от практики йоги, и тогда инструктор ему может подобрать группу. Вот у нас широкий спектр групп, то есть что человеку нужно. Может быть, ему терапия нужна,
может быть, он хочет уже с теорией, может быть, ему просто комплексы. И, конечно же, на первых порах всегда практика подстраивается под занимающегося. Mm-hmm. Если человек уже на 3 года задержался на этой стезе и хочет углубляться, тогда уже он подстраивается под практику, то есть он углубляется. Но, скажем, можно с нуля, но для этого нужно как бы для себя понять, что я хочу, и подбирать конкретную группу. Есть индивидуальные занятия, есть занятия в группах, есть такие щадящие режимы, есть часовые, есть более на расслабление. То есть, в принципе, грамотный инструктор, он всегда сможет подстроить практику, преломить, например, позу под состояние физического тела, под значит, возрастную категорию, ну и под все остальные параметры данного человека. Угу. То есть нет причин переживать, если только-только пришел, хочешь пойти на йогу, да, а тут подруга ходит, у нее уже и растяжка побольше, да, там и у вас она сидит комфортно и хорошо, и собака мордой вниз у нее получается без проблем, у тебя нет, да, тогда нет никаких проблем, все равно все со временем придет, если заниматься, если правильно, обязательно будет правильно подобрана группа, правильно? Да. Очень важный вопрос, который меня как программу ведущую спортивную волнует, это взаимосвязь йоги и спорта. Я знаю, что есть такое направление, это спортивная йога. Расскажите, что это такое? Да, йога-спорт. Есть такое направление, но у нас в нашем городе оно не представлено. Uh-huh. То есть у нас даже проходят чемпионаты мира по йога-спорту. Вот наш президент Сергей Анатольевич, он был на таком чемпионате, uh-huh. его приглашала Федерация йоги Москвы. Он был как участник? Нет, он как был представитель с нашего региона. Это было несколько лет назад. И что это такое? То есть это как бы одно из направлений, которых их интересует больше, или у них получается, или они для этого созданы, то есть на данном сегменте времени больше физическая сторона вопроса. То есть они проходят чемпионат, люди показывают, чего они достигли, ну, то есть без соревновательного какого-то аспекта. То есть в спорте есть соревнования, вот отличие uh-huh, в чем. Uh-huh. В йоге соревнования нет, то есть проводят фестивали, турниры, чемпионаты, но есть разные номинации. То есть, вот, например, понимаем мы, что мы не можем сравнить какую-то возрастную категорию, потому что у каждого человека есть своя задача uh-huh. в жизни. Ему, может быть, вот эту не надо никогда позу делать, она ему просто не нужна. Вот. И поэтому йога-спорт, он в своей основе имеет именно вот как бы достижение каких-то результатов более телесных. Человеку нравится, что он управляет своим телом, что он им владеет настолько. То есть вот эта собранность, ну и, конечно, такой аспект немножко зрелищный, чтобы... Ну, обязательно, для популяризации. Да, да, да. То есть это тоже мотиватор. Например, кто-то видит вот такое хорошее простроенное тело, там, независимо от возраста, и он говорит, я так же хочу. Угу. И почему бы нет? То есть приходи, начинай. Ну, то есть вот это те же асаны, которые, грубо говоря, доводятся до какого-то совершенства и, значит, имеют такой зрелищный аспект. Угу. Ну и продолжая тему «А я также хочу», давайте расскажем о том, какие мероприятия будут в Кирове здесь, связанные с ассоциацией йоги, уже после 21 июня, после 22 июня, в эту субботу. Что будет происходить в Кирове, где можно будет на это посмотреть? 22 июня 2019 года, в эту субботу, в Дворце спорта «Юность», расположенного по адресу город Киров, Мира, 46, будет проходить 5-й международный день йоги на Вятке. Его организаторы со стороны нашего региона – это Министерство спорта и Кировская областная общественная организация Ассоциация йоги Кировской области. Мы его проводим второй год. В том году мы проводили и сейчас. Министерство спорта нас поддерживает. И культурный центр при посольстве Индии в Москве, mm-hmm. они выступают инициаторами, чтобы мы здесь проводили. В том году к нам приезжал третий секретарь посольства Индии в Москве. В этом году, скорее всего, никто не приедет, но будут какие-то небольшая помощь и призы будут от посольства Индии в Москве к нам направлены, уже направлены.
И это мероприятие будет проходить с 10 часов до примерно до 2 часов дня. Есть определенный протокол проведения этого мероприятия, который также выслано нам посольство Индии в Москве. И мы будем придерживаться этого протокола. Кроме того, будет небольшая, скажем так, культурная концертная программа, которую покажут наши инструктора. То есть будут номера какие-то особой сложности, очень серьезные. И будут просто такие зрелищные номера. И будет практика для всех категорий. Будут различные мастер-классы для детей, флешмобы. Ну, то есть это будет после официальной части по протоколу, как мы должны провести. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей нашего города, всех йогов и йогинь присоединиться к этому. И просто зрители, те, кто хотят посмотреть, да, жители нашего города, кто хочет и поучаствовать, и посмотреть. То есть, чтобы приходили, не боялись этого слова йога, не думали, что это только нога за голову или стояние на гвоздях, кстати, оно тоже будет представлено, можно будет попробовать. И чтобы люди могли понять, как это может входить в жизнь обычного человека. То есть, что йога гармонично для жизни. Входить. Да. Представлена будет йога для жизни. Угу. Ольга Геннадьевна, где можно посмотреть план субботний, да, что можно посмотреть, в каком порядке все номера будут представлены? Значит, представлено в соцсетях, в нашей группе ВКонтакте, Кировская областная общественная организация Ассоциации йоги Кировской области, представлена, значит, на других сайтах. Этим занимается вот такой рекламой группа при Министерстве спорта, которая возглавляет туристическое направление. Угу. То есть они размещают в соцсетях. И сегодня мы планируем тоже дать рекламу на телевидении и на, значит, радио. Ну что, на этом, наверное, мы программу закончим. Очень познавательно, очень интересно, очень гармоничный эфир сегодня у нас был. Это была программа «Сфера спорт». С Ольгой Геннадьевной Пестовой, инструктором-методистом Ассоциации йоги Кировской области, мы говорили о йоге, конечно же, о той практике, которая позволяет гармонизировать дух и тело человека на пути к развитию, к самореализации. И, конечно же, это спорт, конечно же, это постановка цели, это достижение цели, это поддержание своего тела, своего духа в тонусе. Это все дает нам йога. Итак, 22 июня, да, все в спорткомплекс «Юность» на Международный день йоги, который будет отмечаться в Кирове в эту субботу. Да, спасибо большое, Ольга Геннадьевна. Очень интересный эфир получился. Благодарю вас за приглашение. Да, всего доброго. До свидания. До свидания. С верой в спорт.